Вот еще один пляжик, кстати. И неплохой. Малинники, но малину всю сожрали. Вот видите, она была. Вот она. Ее все съели. Это не ежевика. Да, это тоже хороший. Смотри, что делает. Какие умные. Это телята, кстати. Как телята, это взрослые там. Посмотри, что они балуются. Как. Они, видимо, молодцы, в тень зашли. А оводы здесь кусаются конкретно. Наши антилопы такие, африканские. Ух ты, это бык прямо. Так он там на всех коров он кидается. Эта дорога ведет на Белогорский рудник, а деревня называется, а как называется, я вам не скажу, потому что потом по карте посмотрю и, наверное, подпишу. Коктау. Тут и лагерь спортивный, и дом отдыха с пантокринами, с пантовыми ваннами. Кстати, он продавался, по-моему, вот этот дом отдыха. Ну, цена там за 100 тысяч долларов. Конечно. Наверное, никого нет, что-то тихо. Тык, 1985 год. Мне было 19 лет. Я в это время был в Астрахани, учился в институте. В 1986 меня забрали в армию, а это только построили, и началась разруха, ребята, космическая разруха началась, потому что пришел Горбачев.
вот еще там. Дорогу мне не видно, небо видно. А, вот так. Переделывай. Все, все, сделано. Дорога на ТНТ, конечно, для экстремалов. Ну, Приора нормально все удерживает, все дороги, потому что на нижней ТНТ, конечно, дорога в 100 раз лучше, чем на верхней. Есть там участочки похуже, получше, но нет таких ужасных там таких вот каменистых подъемов, как на верхней. А так, в принципе, уже трасса недалеко. Каменные реки тут тоже, в смысле, вот такие вот камнепады. Посмотрел я там ролик про Каракорумское шоссе из Китая в Пакистан. Ну там красотища, ребят. Представляете, дорога поднимается свыше 5000 метров. Это на уровне уже пиков. На Памире такие пики есть, да? 5000 с чем-то. И там даже у шоферов как бы кислородное голодание даже может быть. И покупают баллончики, чтобы, ну извините, чтобы не потерять сознание даже. Перевальчик там есть один, да? Но красивейшая, конечно, дорога. Я вам советую, наберите просто в интернете, там все просто. Дорога просто фантастика. И там образовалось в результате озеро огромное, что-то 22 километра оно образовалось. В результате землетрясения случился обвал. В Таджикистане было такое озеро потом. Там целый поселок смыло. А почему потом смыло? А потому что вся эта не искусственная, а естественно сыпная дамба, это все жидкая конструкция. И через несколько лет, она естественно просачивается и может, ну тоже в связи с землетрясением просто. Вы представляете, что такое 22 километра, сколько там кубов воды? Можно умножить легко. 22 на 22. И там еще на пересечении 10. Там нормально. Потом нижележащие города, конечно, там их тоже не будет. Это ущелье из Таинтов к Таргыну. Тоже посмотрю я, но на картах редко что обозначает. Тут надо все у местных. Все надо спрашивать у местных. Но ущелье классное. С учетом, что здесь зимой, естественно, с пушечек отстреливают снежные лавины, чтобы они сами ни в коем случае тут не сошли. А иногда они сами исходят, естественно, движение перекрывается. На этом участке зимой в первую очередь падает снег. На этих участках, это не единственное, еще есть. Зимой выпадает снег. Ну и как бы, и прохожий будь осторожен, а тут водитель будь осторожен. Этот изумительный экозоопарк мы будем снимать всегда, потому что актеры здесь всегда разные. Они еще скалолазные. Крышу, видите, кто-то стырил. Но им, наверное, хватает вот тени от этого здания. Вообще, это заправка. Видите, какая заправка хорошая. Вот сейчас он будет стреножить коня. Вот это мне лошадка нравится. Вот. Белый с коричневыми пятнами. Потому что необыкновенная. И же ребят там много. Здрасте!
Ну, не будем мешать. Камазики ломаются. Это родничок возле Акбаура. Уникальной обсерватории. Здесь у нас есть беседка. Пахнет? Здесь вода, она с сероводородом. Конкретно вообще пахнет. Вот водичка. Сейчас родничок я вам сниму. Что, вылетел? Не-не-не-не, оставь. Оставь, такая в Кисловодске, кстати. В Кисловодске такая вода. Кто вот так вот делает, точно денег не будет водиться. Ребята, ну забирайте с собой мусор. Но тут же нету уборщиков. Если они есть, но они не обязаны вам ничем. Это вы им обязаны за то, что они... Вода с сероводородом. Единственное, вот там кладбище есть вверху. Но в принципе из-под Акбаура она вытекает. Неправильно встали вроде как. Хотели повернуть направо, но мы повернули направо. Но кстати, там все кольцо остановилось. Не знаем, правы мы, не правы, хотя мы со второго ряда хотели повернуть. Ну, наверное, не правы, надо в крайне правую, наверное, полосу было вставать. Ну, просто сравните, что было утром и сейчас что творится. Это один и тот же день, пятница, 15-е, слава богу. Не 13-е, а 15-е.